Ваш ребенок любит сухие завтраки с молоком, но вы сомневаетесь в составе покупных снеков? Спешу поделиться с вами рецептом вкусных шоколадных шариков, очень похожих на Несквик. В чашу блендера поместить овсяные хлопья. Добавить арахис и измельчить до состояния мелкой крошки. Пересыпать полученную крошку в глубокую миску. Добавить какао и перемешать. Добавить 1 куриный белок, натуральный йогурт без добавок и мед. Все тщательно перемешать лопаткой, а затем вымесить тесто руками. Отщипнуть маленький кусочек полученной массы и скатать шарик. Выложить все шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправить в духовку запекаться на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Во время выпекания шарики можно пару раз перемешать, чтобы они не подгорели. Подавать шоколадные шарики с молоком. Приятного аппетита!